Приветствую вас, братья и сестры. Я время вижу, поэтому я буду стараться вовремя заканчивать. Я назвал свою проповедь «Путь духовной зрелости». Ну, что такое зрелость? Что мы имеем в виду? Что Библия нам говорит об этой истине? Ну, духовная зрелость, друзья, это способность Бога понимать Его волю, истины библейские и применять их в жизни. Вот это духовно зрелый человек. Но скажите, сколько лет нужно быть верующим, чтобы стать духовно зрелым человеком? Сколько лет надо быть верующим? Да вопрос не в этом. Вопрос не в том, сколько лет, а вопрос в том, насколько внимателен я к действию Божьему, который совершает этот процесс в нашей жизни. И чем внимательнее я слушаю, чем больше принимаю Божьи уроки в своей жизни, провожу их в жизни, тем быстрее этот процесс длится. А в общем-то он длится всю жизнь. Но духовный рост, духовная зрелость, она у нас у каждого по-разному. Иной в старости еще такой строптивый в своем характере и жизнь прожил, а так и не научился смиряться перед Богом, не научился слушаться Бога. А другой человек молодой, но Бог с ним поработал, и он был податлив. Братья и сестры, Иоанн Креститель, когда проповедовал, совершая служение, подготавливая народ к пришествию Иисуса Христа, он эту мысль, понимать Бога, выразил интересно такой картиной. Я прочитаю из Евангелия от Луки, 3 глава, 17 стих. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Ну, это такая, в тексте описана такая картина древнего метода веяния пшеницы. В наше время мы уже такого не знаем. Правда, я помню вот лопату. Вот это такая деревянная лопата, а гумно – это такая площадка утоптанная, и туда пшеницу насыпали, которую они скосили, а потом брали эту лопату, зачерпнут и на боковой ветер. Ветер дует, и вот вся эта шелуха в одну сторону, а пшеница падает. И таким образом в древности очищали пшеницу. И вот Иоанн Креститель взял этот образ, эту картину, и как бы говорит нам, что Бог, ведь здесь написано «лопата Его», то есть это действие Божие в руке Его, то есть Бог Сам очищает нас от всякого мусора, неугодного, которые не способствуют к нашему пониманию Бога. Бог нас хочет очистить, чтобы у нас наше понимание, наш разум был чист, наша совесть была чиста, наш характер был правильный, способный воспринимать Божьи истины. И вот Бог говорит, что Он будет браться за нас, чтобы нас сделать духовно зрелым, то есть чтобы мы Бога понимали, Его волю понимали. Друзья, и эту способность мы приобретаем в процессе сотрудничества с Богом. Бог берется за нас, и вот это подкидывание пшеницы под боковой ветер, если образно говорить так, это Божьи пути в нашей жизни. Они бывают очень разные. Иногда Бог обстоятельства как подкинет, ой, как плохо бывает.
Но если правильно воспринять, то можно многому научиться. А если человек не готов принимать, то Богу приходится много раз подкидывать. И смотришь, понял. И человек благодарит Бога, но время уходит. Я для короткой иллюстрации вспомню некоторые моменты из жизни нашего патриарха из Библии Иакова. Он, будучи относительно молодым человеком, получив от отца обманом благословение, идет к Лавану, к брату матери, и там у него большая перспектива. Он хочет решить семейный вопрос и там пожить, пока брат его Исав забудет обиду, и он вернется уже домой. И думал, наверное, что это не так долго, а протянулось на 20 долгих лет. И за эти 20 лет Бог разными обстоятельствами пытался помочь Иакову, чтобы он научился Бога понимать. А он думает, что у меня благословение Господне. Мне ж папа благословил, теперь Бог со мной, да и Бог обещал. И когда он там на лестнице увидел Бога, то там написано, что Бог сказал ему: «Я сохраню тебя, я пойду с тобою». Ну, слава Богу, Бог будет со мной, значит, все нормально. Друзья, эти 20 лет прошли в борьбе. С Лаваном он там все спорил, все они там боролись за эти стада. Это был тогда капитал важный. Ну, так прошло 20 лет. И чему Иаков научился за эти 20 лет? Братья и сестры, практически почти ни к чему. И вот когда он ушел, Лаван его догоняет, и он злой такой вот. Лаван говорит: вот ты украл у меня богов. Да не убрал я у тебя. Вот где у кого найдешь, тому смерть. А не знал, что жена у него это сделала. Ну, все так опять обошлось. Друзья, первые штрихи духовной зрелости у Иакова появились после 20 лет, когда он услышал, что навстречу ему идет брат Исав, и с ним 400 человек, и что Исав за эти 20 лет не забыл обиды, не забыл. И вот теперь будет расчет. Иаков, понимая это, молится Богу. И первые штрихи духовной зрелости, понимания Бога, он говорит: «Господи, недостоин я всех Твоих милостей». Братья и сестры, смотрите, за 20 лет Иаков понял одну важную истину, и это хорошо. Он понял, что он по своей жизни, по своим действиям недостоин того, что Бог ему дал. Но это еще был не перелом. Перелом в его жизни наступил через, наверное, несколько дней. Он перевел все свое имущество, всю свою семью через такую небольшую речушку, а сам остался на этой стороне, ночь, звезды, и он молится Богу. Страшно, потому что брат идет, 400 человек, ему страшно. И вот Бог явился к нему, и у них произошла такая борьба. Боролся, а Яков говорит: не отпущу, пока не благословишь. Хорошо. И тогда Бог ему задал один вопрос: а скажи свое имя. И вот здесь Яков понял. Вот сейчас мне надо сказать не обмана, не обманув. Сейчас перед Богом я стою, и мне нужно сказать честно, справедливо, кто я есть. А ведь имя-то Иакова, Иаков, оно означает «держащий запяту» и «запинатель». Обманщик, хитрец. Когда-то он, заходя к папе,
И папа спрашивает: «А кто ты, сын мой?» Он говорит: «Я Исав, первенец твой». Да, это был обман. Друзья, 20 лет надо было Богу с ним работать, чтобы Яков честно сказал, кто он. И он сказал, братья и сестры, это очень важный фактор в нашей жизни, когда Бог достигает в нашем сердце того, что мы можем сказать честно, кто мы есть. И тогда Бог будет дальше двигаться с нами. Бог будет нам открывать дальше себя, свою волю, будет очищать. И вот как Иоанн Креститель сказал, как пшеницу очищают. Вот зачерпнут, подкидывает, ветер дунет, и весь мусор отлетает. Братья и сестры, вот так Бог и с нами. И скажите, вот когда Бог мусор из нашей жизни, наших понятий, из наших действий, из наших принципов, Бог этот мусор убирает, это хорошо для нас или плохо? Хорошо. Но легко это нам достается? Нет. Честно сказать, кто я есть, бывает нелегко. Мы готовы что-то сказать, свое оправдание. Да, но... Да не надо это «но». А вот когда Яков сказал честно, тогда Бог ему сказал: «Яков, а вот с этого времени я тебе даю новое имя. Ты будешь называться Израилем, человек, который имеет дело с Богом». Братья и сестры, так Бог с ним работал. И в ту ночь, когда Яков честно признался, это был перелом в его жизни. Нет, на этом жизнь Иакова не закончилась. Прошли годы. И вот теперь ему, этот старец, 147 лет. Приболел, лежит в кровати. Это был уже в Египте. И вот Иосифу сказали: «Папа твой приболел». Иосиф взял двоих сыновей своих и пошел папу навестить. К Иакову зашли, сказали: «Иосиф пришел». Он усилием, приложил все усилия, сел на кровать, и вот Иосиф зашел с сыновьями. Конечно, что хотел Иосиф? «Пап, благослови моих сыновей». Хорошо. Подвел он их, и как положено, старшего под правую руку, левого, младшего под левую руку, и надо их благословить. А папа взял его так руки. Иосиф: «Пап, ну не так же». Он говорит: «Сынок, я знаю, я все знаю». И благословил вот так, и не дал себя уговорить. Братья и сестры, этот старец, 147 лет, теперь стал зрелым человеком. Он Бога понимает. И он сказал слова, которые исполнились в дальнейшей жизни. Откуда он их знал? Да потому что он имел самые близкие отношения с Богом. Поэтому он говорит: «Сынок, я знаю». Друзья, от нашего, от начала до этой зрелости прошли годы. И наша духовная зрелость, наше понимание Бога, друзья, зависит не от количества лет, а от нашего смирения перед Богом. Готовность соглашаться с Богом, готовность сказать честно: «Господи, виноват я». И это ускоряет наш духовный процесс, нашей духовной зрелости. Да, друзья, был еще один серьезный момент. Еще через несколько дней Иаков позвал всех своих 12 сыновей. Пришли они, все уже взрослые мужчины, встали перед отцом, перед его кроватью. И он каждому из них сказал благословение. И сказал на тысячелетие вперед. А откуда он это знал? Друзья, это человек, который стал духовно зрелым. Он стал Бога понимать. Бог ему говорит. И он то, что Яков сказал сыновьям своим, друзья, это исполнилось во внуках, правнуках и прапраправнуках. Все исполнилось. Это человек, который стал Бога понимать. Братья и сестры,
Эти перемены Бог достиг в Иакове. Хотим ли мы стать тоже духовно зрелыми людьми? Конечно, хотим. А что мы готовы платить за это? Вот нам бы хотелось, чтобы знаете, я хочу быть духовно зрелым, Бог мне дал, я раз, и я стал. Но в жизни оно не так. Чтобы Бога понимать и применять эти истины в жизни, нам нужна практика жизни. Нам нужен этот процесс доверия Богу, веры, доверия и так дальше. Поэтому, друзья, лопата его в руке у него, у Бога. И Бог будет очищать, как подобно, когда пшеницу подкидывает, ветер как дунет, и вся шелуха отлетает. Друзья, Бог знает каждого из нас отдельно. И Он знает, что, насколько каждого подкинуть, что сделать мне, что сделать вам, чтобы мы стали Божьими детьми, понимающими Бога. Что препятствует, друзья, стать духовно зрелыми? Есть только одно препятствие. Это наше несогласие с Богом. А у Бога принцип. Всякий духовный шаг вперед Бог совершает в нас только по нашему добровольному согласию. Насильно Бог это не делает. Поэтому, друзья, у нас время помолиться. Все, кто желает быть духовно зрелыми, давайте мы помолимся, попросим Бога об этом. И Бог начнет нас провеивать. Но пусть Бог это делает, как Он это понимает. А наша задача, друзья, принять Божьи пути, и Бог нас благословит. Аминь. Помолимся.